Медиагруппа «Авангард» представляет. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, связанном с соком. Есть ли ваш собственный сок, либо вы используете чьи-то услуги, либо еще не пришли к этому? Мы начинали строить собственный сок, но как, при построении его мы столкнулись с проблемой, то, что свой собственный сок необходимо держать достаточно большим игрокам на рынке. А нам проще было использовать внешний сервис, потому что расширять штат такого квалифицированными специалистами достаточно сложное и дорогое удовольствие. Вот. В связи с этим мы выбрали комбинированную часть оборудования на нашей стороне, а специалисты у нас внешние для решения данных задач. Наверняка вы, как и большинство наших компаний на рынке, перевели большинство своих сотрудников на удаленку. И хотелось бы узнать о вашем опыте, насколько это было просто, какие средства, возможно, защиты вы применяли, и помог ли вам в этом как-то сок, и продолжает ли помогать сейчас? Конечно, в сложившейся ситуации в 2020 году сок является неотъемлемым элементом безопасности, который организует защиту вашей инфраструктуры. Потому что мы все понимаем четко, что при защите наших материальных ценностей, это офисы, это наши склады и все остальное, мы используем охрану, которая дежурит 24 часа в сутки. А при защите нашей инфраструктуры, которая в период пандемии нуждалась в такой же круглосуточной защите, сок обеспечивает непрерывность и целостность вашей инфраструктуры и позволяет добиться непрерывности вашего бизнеса. И еще один вопрос такой, Сергей. Являетесь ли вы участником системы Госсопка? Являетесь ли вы субъектом КИИ? И насколько полезно действительно взаимодействие с Госсопкой, если вы являетесь участником? Мы не являемся участником Госсопки, и мы не являемся участником КИИ. То есть вы не субъект КИИ? Нет, мы являемся коммерческой компанией, в которой просто есть госучастие, но у нас нет объектов в Киеве. Ну и, наверное, заключительный вопрос. С какими сложностями вам пришлось столкнуться при переводе сотрудников на удаленку и с которыми вы хотели бы поделиться с другими участниками, чтобы они их учли и они не стали их граблями на пути к безопасному переводу сотрудников на удаленку? На самом деле, с помощью сока мы смогли доказать то, что наша компания даже при переводе на удаленную работу продолжала ту же динамику и то же качество выполнения работ, несмотря на то, что работали все удаленно. У всех есть самодисциплина и контроль, и мы с помощью сока это смогли доказать нашему руководству. Ну, ни для кого не секрет, то, что в ГТЛК в текущем году было две смены генеральных директоров. И несмотря на это, мы стали все равно лидерами рынка, и наш штат показал хорошие результаты. Ну, получается, что в том числе ИИБ помогло компании остаться или стать лидером рынка, и при этом обеспечивая должную безопасность на соответствующем уровне. Да, именно так. Потому что информационная безопасность – это тот сервис, который помогающая структура, которая обеспечивает непрерывность бизнеса, в котором мы все, в той ситуации, в которой мы сейчас столкнулись. Ну, на удивление, наверное, ваша компания является, может быть, редким, но достаточно ярким примером, когда информационная безопасность может действительно стать драйвером роста бизнеса, и это может быть стать хорошим примером для других компаний, которые еще только задумываются об этом. Возможно, да. Спасибо большое за интервью.